имя Григорий Явлинский. Моя история началась 1 апреля 1999 года. Мне было тогда 13 лет. Я всего лишь хотел разыграть своего далеко не самого умного друга на день дурака. Однако с первых секунд все пошло не так. Что-то внутри меня проснулось и заставило вонзить острый нож прямо в его плоть. О, эти страдания, они так меня возбудили. Это такое чувство, которое невозможно описать, когда на твоих глазах умирает живой человек. Я еще не мучаю. На то у него друг. И завершил начатое. День я смог сбежать и выйти от наказания. Тогда, совсем неподалеку, отсюда грохотало эхо войны. Однако жажда убийств абсолютно не отпустила меня. Я очень долго ждал новой возможности. И спустя 5 лет она появилась. Фух. Наконец-то я хоть где-то могу отдохнуть от этих проклятых людей. Как же я устал от них. Мерзкие, тупые, гнилые твари. Ой, зачем им нужно что-то прекрасное, когда есть деньги? Зачем прекращать уничтожать землю, когда это приносит деньги? Да на кой ляд вообще тогда сдались люди, если есть деньги? Ой, чертовы цветные бумажки. Никому ничего не надо. Кроме этих денег. Планете конец. Еще пару лет в таком духе, и Земля умрет. А хотя чего нам в России волноваться? Мы все раньше помрем. Ельцин ушел, сейчас заживем. А что толку-то? Что тогда воровали, что сейчас? Что тогда было плевать на народ? Что сейчас плевать?
наконец-то Россия с колен поднимается, не то что на Западе. Поднимается. Все это время ее усердно загоняли в гроб, а сейчас забивают гвозди на крышке. Люди каждый день дохнут от передоза, от аварий, или элементарно в петлю лезут, да вены вскрывают. А им плевать. По зомби-ящику сказали, что все хорошо, значит все хорошо. И плевать, что твои соседи постоянно дохнут, а твой сын сдох от СПИДа. У нас все хорошо. Смерть мне покойник. Кого там шинлёвка принесла? Смотреть на то, как душа покидает плоть твоих жертв. А потом я возвращался назад, в нормальную жизнь. Мне нужна была новая кровь. Все, что у меня есть, так это паршивая работа на одном из заводов с мизерной зарплатой, да с кучей идиотов вокруг. Сегодня я разгуляюсь по полной.